Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» оценил качество ямочного ремонта в Новоивановском и поручил завершить основной объем работ до 31 мая. Также Андрей Иванов в рамках партийного проекта «Новая школа» проинспектировал ход строительства детского сада в поселке. Дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 300 учащихся, должно открыться 1 сентября 2023 года. Сейчас строительная готовность объекта уже превысила 50%.